сегодня 30 июня 2016 года мне приятно практиковать посыл любви, произнося фразы легко и естественно, представляю, что прямо сейчас любовь, настоящая любовь принятия, льется потоком яркого розового света в каждый объект в моем списке. И во все объекты в списках, входящих в мой список. Настоящая любовь принятия в моем воображении. О-хо, сейчас льется. О-хо-хо. Каждый объект в моем списке. А теперь каждый из этих объектов сам начинает излучать огромный поток любви принятия. Сегодня мне вот так интересно и приятно практиковать посыл любви.